Сейчас, чуть-чуть еще. Страшная, жирная девка встречает меня каждый день на углу. То врежет мне в морду метлы своим древком, то я ее ласково бью по еблу. Вчера мы ебались в угрюмой бутовке, раздевшись бесстыдно, почти догола. Она мне с утра подарила кроссовки. Хорошие, новые, с трупа сняла. И вот я иду, совершенно счастливый. На улице солнце, весна и мороз. В руке у меня жигулевское пиво, а в теле истомой хламидиоз.